По пути посланника Аллаха. Поход на Бадр. Дорога между Мединой и Бадром была одной из дорог государственного значения, ведущей в Южный Йемен и Северный Шам. На ней имеются остановки для караванов. Некоторые развалины до сих пор еще лежат здесь. Они являются доказательством того, что эта дорога была очень значимой. Бадр был очень важной остановкой на этой дороге и одним из древних арабских рынков. Курайшиты, которые слыли крупными купцами, использовали эту дорогу в своих путешествиях в Шам. В месяц Рамазан 2-го года хиджры, то есть в марте 620 года, по этой дороге из Шама в Мекку шел огромный караван, который возглавлял вождь курайшитов и самый крупный торговец Абу Суфьян ибн Харб. Этот караван был жизненно важен для курайшитов, земля которых была пуста для средств к существованию. Исламская сила, которая возрастала в Медине, хорошо осознавала это. Когда посланник Аллаха услышал о караване Абу Суфьяна, вышедшем из Шама, он понял его важность и какой урон можно нанести курайшитам, которые враждовали с мусульманами. Тогда посланник Аллаха сказал свое знаменитое слово: «Это караван курайшитов, в нем есть ваше имущество. Так выходите же к нему. Возможно, Аллах даст вам трофеи». Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел из Медины для того, чтобы встретить караван курайшитов, он не вышел сражаться. Очень много людей не обращают внимания на этот пункт. Посланник Аллаха вышел только для того, чтобы встретить караван, во главе которого был Абу Суфьян, ехавший из Шама в Мекку. Узнав о караване, он решил выступить против них. Почему? Посланник Аллаха хотел, чтобы мекканская армия почувствовала, что и мединская армия не слаба. Курайшиты в то время в Мекке осуществляли насилие над сподвижниками. Они отбирали их имущество, притесняли, чиня несправедливость. И тогда посланник Аллаха хотел дать им понять, что они выступят против их каравана. И действительно, они выступили, однако каравану удалось ускользнуть. Когда посланник Аллаха вышел, чтобы встретить этот караван, с ним было 313 человек. Мусульмане были уверены, что караван сопровождают 50 охранников. Они хотели забрать товар курайшитов взамен того, что они отобрали у них в Мекке. Мусульмане выступили только для того, чтобы встретить караван и взять то, что им принадлежит. Посмотрите, какая разница между мусульманами и многобожниками. Многобожники отняли имущество мусульман и изгнали их из домов, в то время как посланник Аллаха надежно хранил у себя оставленные вещи многобожников. Перед тем, как переселиться в Медину, посланник Аллаха оставил Али ибн Абу Талиба в Мекке, чтобы тот вернул вещи многобожников, которые были оставлены у него на долгое хранение.
Посланник Аллаха не стал побуждать всех людей к участию в походе. Он велел это только тем, у кого было вьючное животное, и поэтому не стал упрекать никого, кто не вышел. Число мусульман, сопровождавших пророка, составляло 313 человек. Треть из них были мухаджиры, переселившиеся из Мекки сподвижники, а остальные были ансары, мусульмане Медины. Когда Абу Суфьян узнал, что его каравану грозит опасность, он тотчас отправил одного человека в Мекку, требуя у курайшитов помощи. Человека, которого Абу Суфьян отправил в Мекку, звали Дамдам ибн Амр аль-Гифари. Дамдам вышел и добрался до Мекки всего лишь за 3 дня, несмотря на то, что обычной ездой это потребует 2 недели пути. Он доскакал до Мекки на своем коне всего лишь за 3 дня, а потом, обращаясь к жителям Мекки, громко воззвал, что Мухаммед хочет ограбить их караван и отобрать их имущество. Курайшитское племя считалось самым сильным племенем на Аравийском полуострове. Весть об этом стала для них большой неожиданностью. Курайшиты быстро вышли в путь, чтобы спасти свой караван и нанести удар мусульманам. Их численность составляла 1000 человек, командовал ими Абу Джахль. Когда Абу Суфьян узнал о приближении мусульман, он сошел со старой дороги, ведущей по левой стороне Бадра, и пошел по дороге, которая ведет по равнинам на восток. Так он смог избежать встречи с мусульманами. Затем он отправил другое письмо войску курайшитов, где сообщал о том, что ему удалось избежать опасности и спастись. Он попросил курайшитов, чтобы они вернулись в Мекку. Однако Абу Джахль отказался возвращать людей назад. Высокомерие и гордость Абу Джахля не позволили ему вернуться назад. Поэтому, отвергая это предложение, он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, мы не вернемся назад, пока мы не дойдем до колодцев Бадр, не выпьем там вина, и пока не станут там танцевать женщины. И пусть же узнают арабы, что мы унизили Мухаммеда». Когда всадники неверных вышли из Мекки, направляясь к Бадру, к Абу Джахлю явился некий мужчина из числа его товарищей, которого звали Убай ибн Шурайк, и который именно в эту ночь был прозван Аляхнас ибн Шурайк. Он сел возле Абу Джахля и долго разговаривал с ним. Убей стал говорить Абу Джахлю, что всю ночь он будет пить вино, а утром сражаться и есть жареное мясо. После чего Убей спросил Абу Джахля: «Как ты думаешь, Мухаммед лжец?» Абу Джахль сказал: «Как он может лгать? Ведь мы не видели вообще, чтобы он когда-либо врал». До посланника Аллаха дошла весть о том, что курайшиты вышли из Мекки. Тогда он созвал своих сподвижников на совет, во время которого некоторые из них предложили вернуться в Медину. Однако сподвижники из числа мухаджиров предложили встретиться с врагами. Затем посланник Аллаха попросил ансаров высказать свое мнение. Оно было очень важно для него. Когда посланник Аллаха встретился в Мекке с представителями племен Аль-Аус и Аль-Хазрадж для принятия с них присяги, они заверили его, что будут защищать от того, от чего защищают своих сыновей и близких. Поэтому, когда посланник Аллаха вышел в поход на Бадр, он как будто чувствовал, что соглашение, которое было заключено между ним и племенами Аль-Аус и Аль-Хазрадж, действительно только внутри Медины. Поэтому, когда он дал им слово, они сказали: «Как будто ты имеешь в виду нас, о посланник Аллаха». Он сказал: «Да». Они сказали: «Клянемся Аллахом, если бы ты вошел в море, то и мы бы вошли вслед за тобой, и не отстал бы от тебя ни один из нас. Мы будем с тобой и в радости, и в трудности, внутри Медины и вне ее пределов». Посланник Аллаха стал совещаться со своими сподвижниками. Этот пункт очень важен, так как Бадр находится вне Медины.
В соглашении, которое было заключено между ним и ансарами, при первой присяге говорилось, что он будет защищать Медину, и они тоже будут защищать ее, от чего защищают самих себя, своих детей и женщин. Поэтому посланник Аллаха вновь созвал их на совет. Мухаджиры из Мекки сказали пророку: «Мы с тобой». Он спросил ансар. Они ответили ему: «Мы думаем, что ты предлагаешь нам что-то, о посланник Аллаха». Он сказал: «Да». Это новое соглашение с ансарами стало радостной вестью для мусульман. И тогда посланник Аллаха обрадовал своих сподвижников обещанием, что они одержат победу в этой пустынной долине. Пророк обрадовал своих сподвижников вестью о том, что они одержат победу. Курайшиты пришли к Бадру и расположились на другой стороне долины. Мусульмане начали разузнавать о положении своих врагов и численности их армии. Мусульмане стали собирать сведения о положении своих врагов и численности их армии. Вот это место между каменистой и песчаной горой, откуда вошел в Бадр посланник Аллаха. Позади него остались деревня Гаяту-ад-Дах. В данное время она уже не существует и даже нет никаких следов. Когда посланник Аллаха прибыл на Красном Муле, если я не ошибаюсь, он сошел с этой дороги, чтобы замаскироваться. Поэтому он подошел к долине с другой стороны. Он вошел в Бадр и расположил свою армию здесь, на этом месте. Оно считается ближней стороной долины. Посланник Аллаха сделал его центром битвы. Это песчаная местность, и здесь очень много бугорков и извилистых мест. Здесь Аль-Хуббаб ибн Аль-Мунзир предложил, чтобы мусульманская армия остановилась в другом месте, возле колодцев Бадр, для того, чтобы преградить многобожникам путь к воде. Услышав это, посланник Аллаха сказал: «Ты высказал хорошее мнение». Пророк поступил так, как предложил Аль-Хуббаб ибн Аль-Мунзир. Посланник Аллаха расположился со своей армией напротив войска многобожников, после чего к пророку подошел Аль-Хуббаб ибн Аль-Мунзир и спросил его: «О посланник Аллаха, Аллах ли велел тебе остановиться на этом месте?» Он ответил: «Нет, это лишь мое мнение, военная хитрость и тактика сражения». Тогда он сказал ему: «Нет, это место неправильное, давай перейдем туда, где есть вода, тогда мы сможем попить, а они не смогут». Когда мусульманская армия расположилась на том месте, которое одобрил пророк, для того, чтобы встретить многобожников у колодцев Бадр, Саад ибн Муаз предложил построить шатер для посланника Аллаха, чтобы отсюда он мог управлять мусульманской армией. Посланник Аллаха согласился с этим предложением, и теперь место, с которого пророк Аллаха управлял своей армией, стало мечетью. Да, конечно, это мечеть из шатра, если можно так сказать. Мы можем также назвать ее центром управления, если на этом месте для него была построена мечеть из пальмовых ветвей. Посланник Аллаха, Абу-Бакр и сподвижники сидели под шатром. Здесь пророк стал взывать к Всевышнему и Великому Аллаху с мольбами. Абу-Бакр увидел посланника Аллаха, как он стоял под шатром и обращался к Всевышнему, подняв свои руки так высоко, что он даже сказал: «Я видел белизну его подмышек». И он говорил: «О Аллах, вот курайшиты, которые явились сюда из-за своей кичливости и гордости. О Аллах, если эти люди погибнут, не останется больше поклоняющихся тебе. О Аллах, дай нам свою победу, которую ты нам обещал». Тогда Абу-Бакр сказал ему: «О посланник Аллаха, поистине Аллах выполнит свое обещание». Это указывает на то, как бы ты ни был уверен в каком-то деле, все равно следует обращаться к Аллаху Всевышнему и Всемогущему с мольбами. По прошествии некоторого времени после этого посланник Аллаха сказал: «О Абу-Бакр, радуйся, ибо пришла помощь Аллаха». Вот Джабраиль
ведет под узды своего коня, и пыль клубится по сторонам, ибо Аллах сегодня послал на помощь мусульманам 1000 ангелов. Когда на следующее утро, в пятницу 17 числа месяца Рамазан 2 года хиджры, встретились две армии, началось сражение. Тогда посланник Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, обратился к Аллаху с мольбами, сказав: «О Аллах, дай нам победу, которую ты нам обещал». Сражение произошло вот на этом месте, где сейчас стоит пальма. Да, конечно, в то время здесь не было ни пальмы, ни домов. Атака началась с мечети, который был шатром и центром управления, откуда мусульмане выходили к полю боя. Поле боя было здесь, на этом месте, где сейчас построены здания. Там, где растет пальма, было поле битвы. Там происходили наступления и атаки. Что касается могил, павших за веру на пути Аллаха, то они были перенесены с этого места, потому что здесь течет ручей. Все историки приблизительно определяют местом битвы пространство между шатром и могилами мусульман, павших за веру на пути Аллаха. Когда мусульмане приготовились к битве, посланник Аллаха выровнял их строй и дал им указания. Побуждая их к бою, он сказал им: «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, если кто-то станет сражаться сегодня, а затем будет убит, безропотно переживая и надеясь на награду Аллаха, не убегая при этом назад, то Аллах непременно введет его в рай». Затем из числа курайшитов вышли 3 всадника, требуя поединка. Перед началом сражения вперед вышли 3 лучших бойцов из числа курайшитов — Шайба, Утба и Аль-Валид, которые сказали: «О Мухаммед, пусть к нам выйдут твои бойцы». Тогда против них вышли 3 молодых ансаров. Здесь вновь проявилась кичливость курайшитов, и они сказали: «Мы не хотим сражаться с ними, нам они не нужны, пусть к нам выйдут сыновья нашего дяди». После чего пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел, чтобы к ним вышли Хамза, Али и Абу Убайда. Потом между ними начался поединок. Хамза тотчас убил Шайбу, а Али — Аль-Валида. Что же касается Убайды и Утбы, то они обменялись ударами и нанесли друг другу ранения, после чего Али и Хамза вернулись к месту схватки, убили Утбу и унесли с поля боя Убайду. Затем мусульмане с верой в Аллаха бросились вперед и нанесли сильнейший удар многобожникам. Они начали рубить их головы. Затем Аллах послал им в подкрепление ангелов, чтобы они одержали победу над вражеской силой. Вот эта гора, предположительно, является горой ангелов. Она была названа так, потому что Аллах Всевышний послал на помощь мусульманам 5000 ангелов. 2 людей из числа племени Кифар являлись жителями Бадра. Они наблюдали за сражением с вершины горы. Потом рассказали: «Нас не волновало сражение, ни победа курайшитов, ни победа Мухаммада. Однако мы наблюдали за трофеями. Вдруг мы услышали сотрясающий громкий звук. Я успел укрыться. Что же касается моего дяди, то он стал задыхаться и умер. Я услышал, как кто-то говорит: „Ступай вперед, Хайзум“. И этот Хайзум был конем Джабраиля, мир ему». Джабраиль был главным, ангелы, которые явились с ним, тоже принимали участие в бою. Именно так пишут в истории. Поэтому гора была названа горой ангелов. Ангелы сражались настоящим образом только в битве при Бадре, то есть они присоединились к строю верующих. Я хочу привести слова некоторых людей, которые участвовали в битве. Будь это из книги «Камиль», автором которого является Ибн Аль-Касир, или «Труд ат-Табарани», или любая достоверная книга истории, в них приводятся такие свидетельства: «Клянусь Аллахом, я приблизился к мужчине, чтобы убить его, но вдруг я увидел, как его голова отделялась от его тела». А некоторые даже сказали, что Джабраиль завязал свою повязку и спустился сражаться настоящим образом.
Битва при Бадре завершилась победой мусульман. В тот день были убиты самые главные вожди курайшитов, такие как Абу-Джахль, Умайя ибн Халаф, Аль-Ас ибн Хиджам ибн Аль-Мухира. В результате этой битвы сподвижники одержали победу. Они убили 70 многобожников и взяли в плен 70 из них. После этой войны курайшиты пришли, чтобы выкупить своих пленных, но вернулись униженными и в убытке. Здесь, на этой войне, 313 человек смогли противостоять 1000 курайшитам. В тот день за веру на пути Аллаха пало 14 мужчин из числа мусульман. 6 из них были мухажирами, а 7 — ансарами. Имена их всех написаны на этой доске. Затем посланник Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, велел, чтобы бросили в один из заброшенных колодцев тела 24 мужчин из числа курайшитов. Люди, которые были брошены в колодец, были из числа тех, кто враждовал с посланником Аллаха и причинял ему много вреда своими словами и другими делами. Вред может причиняться даже одним словом, поскольку порой одно слово может иметь общий смысл, а люди не знают его деталей. Это именно то, что причиняет боль. Каким же образом причинялся вред посланнику Аллаха? Виды причинения вреда были многообразными. Люди, которые были брошены в колодец, когда-то бросали на пророка, когда он молился, внутренние органы барана, или же вставали на его посуду, когда он ел. Встретились две армии. Как об этом сказал благородный Коран, и победа была за истиной, приверженцы которой крепко держались на поле боя. Эта битва длилась лишь 2 или 3 часа. Численность мусульман составляла 300 человек, или чуть больше. А неверующих было примерно 950 человек. Значит, битва была очень легкой и простой. Многобожники потеряли 70 человек, убитыми еще 70 из них было захвачено в плен. Но если сравнить битвы при Бадре с настоящим сражением, то ее нельзя назвать битвой. Но несмотря на это, почему-то битва при Бадре считается одним из великих исламских сражений, потому что в этом сражении были убиты вожди неверующих. После этой битвы образовалась группа лицемеров, которые внешне проявляли близость к мусульманам, но скрывали свою враждебность к ним. Что касается иудеев, то они начали побуждать неверующих на борьбу против ислама и мусульман. Они стали причиной сбора многобожников для начала Второй войны против ислама. На русский язык фильм дублирован студией Асыл Арна. Эксперт перевода Жомарт Батырбеков. Видеоинженер Абдулазиз Макулбеков. Звукорежиссеры Бектас Мамбетов, Мухаммед Али Алтаев. Текст читали Бахтияр Асылханов, Александр Багрянцев. Ответственный редактор Ильяс Сырымов. Директор Мухаммеджан Тазабеков. 2009 год.